А что ты ее шею трогаешь? Я ей цепочку надевал. А что вы делаете в этой комнате? Поэтому, я думаю, эта рубрика вам должна понравиться. Я дико извиняюсь, я не виноват! Так, смотри, вроде там белое нужно или бежевое, но вот это у тебя белое должно нормально подойти. Можно помогать, я сама справлюсь. С вами YouLoveHome, и вы, наверное, давным-давно заждались нас, Женя, вдвоем на канале и ждете модный приговор. Это не модный приговор. Мы устраиваем другой челлендж. Надо повторить фотографии популярных парочек блогеров, правильно? Yes. Посмотрим, насколько у нас это получится, и я надеюсь, это будет очень интересно, потому что на самом деле вещей у нас как бы уже по сути нету, и нужно что-то придумывать новое, поэтому мы сейчас будем все это искать, смотреть вообще интересные фотографии ваших любимых и наших любимых звезд. И пробовать повторить. Самое смешное то, что раньше мы искали вещи для других. Да. Теперь надо для себя найти, для этих фотографий. Так что обязательно досмотри это видео до конца, потому что, думаю, в конце у нас будут немножечко hot photos. Типа секс-фотки. Ну нет, ну... Ну да, 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 все, идем. Правило челленджа. Это 3 фотографии парочек от меня и 3 фотографии парочек от Карины. Давай на мой факт, с какой фотографии начнем первым. Давай. Хорошо, сейчас я найду... Хочу с... Вот этой. Диночка. Как тебе эта сережка? Реально как фольга выглядит. Да, так мне... Да нет, там какие-то камни на самом деле. Нет, у меня нет, ничего. Нет, подожди, надо проверить, вдруг где-то тут затесалась черная рубашка. Да, конечно, рубашка? Моя черная рубашка в стирке. Да, очень похожа на рубашку. Рубашка. Ребятки, так как у нас реально нет одежды, поэтому мы, скорее всего, будем сейчас... Мы все раздали. Искать под дом. Я не одежды, ничего не осталось. Так. Оу, мне кажется, я нашла первую жертву. Окей. Так. Тая, а можно тебе купить пиджак, пожалуйста? Мне надо для съемочки быстро. С чем? Ну, для съемочки. Я на пару минут. Спасибо. Все, я ненадолго. Иди, что ты? Ну, я работаю, ну реально, ребят. Ну, все, хорошо. Так, мне надо пиджак. Погнали. Понял. Так, а ищи, а тебе разве только пиджак нужен? Так, и там только вот так вот вверх, да. Заходим в мои хоромы, не смотрите на срач. Вы ничего не видите, зато посмотрите, какие у меня красивые рейлсы одежды. У меня их 2. И вон там еще одежда. А вот тут то, что я очень редко ношу. Это вот такие вот ушечки, мои любимые. Сейчас. Смотрите. Бомба. Так, хочу это. Мои награды. А вот и пиджак. Пиджак мы взяли, у меня была черная рубашка здесь. Еще один пиджачочек. Хорошо. Закройте глазки и увидите меня переодетым. Та-дам! Ну вот такая красота, конечно. Тут одной пуговички не хватает, и мне не очень нравится то, что она завязана вот аж до сюда. Вы будете не против, если расстегнуть? Нет, не буду. Если сережка золотая... Ну ладно, хорошо. У меня кольца и цепь еще. О, бомба. Да. И кольцо. Кольцо. Подожди, тут деньги везде. О. Кольцо с цепочкой. Ну ничего, да? Ну вот так обернем, и как будто это 2 кольца. Да, нормас. Блин, я еще застежку потеряла от серьги. Ладно, понятно, буду ее держать. Так. А что вы делаете? Мы челлендж снимаем. А что ты ее шею трогаешь? Я ей цепочку надевал. А что вы делаете в этой комнате? Я одежду брал. Я пришла показывать дальше, что у меня есть уже одежда. Ага, конечно. Окей. Хорошо. Ну давай, иди. А что вы снимаете? Челлендж про парочек. Они там в одинаковой фотке, им надо сделать похожие. А вы парочка, да? Нет. Мы снимаем челлендж. Все, Макс, иди. Я туда. Короче. Странно. Я просто на вас посмотрел. Я тут ищу просто вещи какие-то. Я зарядку пришел взять. Что? Снимаете? Что? Пойдем. Нам надо посмотреть. Макс странный какой-то. В принципе, как всегда. Вот это. Мы зеркально делаем или? Зеркально. Ну то есть вот так же, да, мне вставать с левой рукой? Да. Мне так же, стой, я посмотрю. Ну, фотограф кажется, видел референсы наши? Молодой человек.
Ну, я Рахима, мне кажется, чисто по глазам. Вот с Диной я бы поспорил, конечно, у нас она бюджетная. Да, мы кинули. Женя! Вот вам сравнение, вот Рахим с Диной. Вот мои красавцы. Как вам? Напишите в комментариях, получилось у нас или нет. А мы передвигаемся к следующим фоткам. И следующее фото от Карины должно быть. Карина? Угу. У меня есть чёрная Оно просто футболочка. Все портретное. Ты видишь? Давай, ну вот это, ну типа мы делали портретную. Давай, я не знаю, вот эту. Давай, давай. Окей. Это белый худи? Да? Светлые вещи. А что делать? Макс. А что? Мы все тот же челлендж делаем. Что ты хочешь? Да что вы мне рассказываете? Я видел, как вы обнимались. В каком месте? Че, прикалываетесь? А че вы здесь спрятались? Мы не прячемся, нам фон нужен был черный. Да-да-да, ладно, все, я в свой пойдем. Кабинет. Погнали. Все, там... Да. Ребята, нам надо повторить вот эту фотографию. Надеюсь, нам Макс больше не будет мешать. Я так понял, это белый худи, да? И что это у тебя есть такое? Найду. Шапку будешь искать? Угу. А волосы перекрасить? Обязательно. Все, прекрасно. Ну, через два дня. Ладно, что-то с Кариной, короче, я не знаю, в чем трабл. Может, она из-за Макса расстроилась, то, что он ее подкалывает. Но нам-то нечего думать. Челлендж таки продолжается. Я пойду за худосом. Ну, я не знаю, на самом деле, что происходит. То ли челлендж, то ли они реально заигрались в свою дружбу. Дружба, дружба, дружба. Ну, посмотрим. Я не знаю, что Карина расстроилась, ничего такого не сказал. Просто их шиперю слегка. Я уже нашел белый худи. И, в принципе, вроде бы готов. От меня там больше ничего не надо. Наверное, надеюсь, что мне кольцо это снимут, потому что меня бесит. Ну, пойдемте посмотрим на успехи Карины. У нас нет столько одежды, а выезжать мы не можем. У нас сейчас локдаун, извините. Поэтому, я думаю, эта рубрика вам должна понравиться. Ставьте лайк. Карина, у нас время, нам челлендж надо снимать. Давай бегом. Что ты вообще со мной снимаешь? Я же бюджетная Дина. Я пошутил, это шутка была. Ты шуток не понимаешь? Карин, может, продолжим снимать? Ну, сейчас продолжим. Ну, я дико извиняюсь, это была шутка, когда просто прилетела. Я не виноват. Я дико извиняюсь, я не виноват! Так, смотри, вроде там белое нужно или бежевое, но вот это у тебя белое должно может, нормально подойти. Помогать, я сама справлюсь. Карин. Ну, мне кажется, в этой шутке нет ничего такого прям настолько, чтобы ты со мной вообще не общалась. Чё мне говорить, типа, ну да, конечно, ты участник BTS, AliExpress, но это нормально, да? Ну это ха-ха, это шутка, вообще веселая шутка, да? Очень веселая. Ребятки, это снова я. Извините, я не хотел там вас что-то там шиперить или просто так получилось. Я видел, что вы снимаете этот челлендж, давайте я вам помогу, я вам притащил свой парик. Не спрашивайте, откуда он и зачем. Ты же Аня Покров? Mm-hmm. Ну, а что с настроением? Все супер. Все нормально? Вы не за меня обиделись? Нет. Блин, сори, ребят, честно. Спасибо. Все, извините. Короче, как будешь готова, кричи. Ага, как весело, как смешно. Ладно, конечно, это все нормально. Ну, я не понимаю. Женя, мне кажется, нужно извиниться, Карина серьезно обиделась. А что случилось? Что случилось? Что? Ты ей сказал, что типа она обиделась из-за Алиэкспресса? Там была ситуация, то что мы повторяем фотки. Мы должны были повторить Рахима и Дину фотку. Я говорю, я типа Рахим, ну из-за того, что он же тоже такой же. А я говорю, ну я Рахим нормально, а Дина у нас, конечно, бюджетная. Ну я не знала, что это так обидит. Ну говори. Все, ты не обижаешься? Угу. Все, она не обижается. Слышали все? Она не обижается. Все, я молодец, я не обидел. Вот, давай быстрее. Я думаю, мы, наверное, сделаем две фотки. И на этот раз хватит. А если ребятам... Что ты меня перекрыла, я не понял. Рахима перекрыла. Если ребятам вам очень сильно понравится, пишите в комментариях, и мы сделаем еще такой же челлендж. У нас еще идей просто... Дофигище. Да? Ой, красотка. Ой-ой-ой, не могу. Алло, Диночка, ты сейчас упадешь? Тихо, я до сих пор тут.
Я просто зашел к вам посмотреть, как у вас дела. Макс как призрак сегодня у нас на видосе. Он постоянно появляется из ниоткуда и уходит никуда. Покажи мне. Референс, покажи, что нам надо делать, пожалуйста, Карина. Напишите в комментариях, что Карине очень сильно идет парик. Вот по кругу просто... Ты сегодня тут не снимаешь. А? Ты сегодня тут не снимаешь. Да что я опять сделал? Я же наоборот поддерживаю. Все, я вижу. Нам нужна улица. Да, идем на улицу, на газон просто встанем, походу. Вот. А вам не нужно помочь сфоткать? А, точняк. Нам нужен оператор. Блин, вы, конечно, круто смотрите вдвоем. Как смотрю на вас. Макс, не сейчас. И класс любуется. Не сейчас. Рина, все нормально? Все ненормально. Блин, у вас такая поза классная. Макс, у меня уже ноги трясутся. Что происходит? Я тебе говорил, что ты перебарщиваешь. До сих пор? Да. Пошли попробуем достучаться. Ребятки, также подписывайтесь на инстаграм ребят, потому что результат выйдет у них в инстаграме и у нас в инстаграме, поэтому ты обязательно должен подписаться на наш инстаграм, на инстаграм ребят и, конечно же, на мой инстаграм, как бы, да. И ставь палец вверх и пиши обязательно комментарий, кого хочешь, чтобы ребята в следующий раз повторили или были какие-то другие ребята. Пиши обязательно в комментариях. Всех люблю, жду, Карина идет. На. Ты в камеру, а ты смотришь ей в ухо, да. Ищешь серу. В ухо. Ну, типа, по фотке так видно. Давайте сфоткаем уже, пожалуйста. Ага, и еще. Одна рука выше, я вас выстрою. Вот, я говорил, вот что здесь. Она здесь, а ты пытаешься ниже. Найти сердце. Типа другое что-то. Вот, ты немножко таз прогнула. Вот, смотри, как она попой стоит к нему. Вот так, да. Ну, тут на фотке так. Сфоткай уже, пожалуйста. Тут на фотке так. Ну, серьезно, она прогнула. Хорошо, 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 все, давай. А ну, смотри в ухо, ищи серу. Понял. Еще. Да. Ну мы фоткаем. Да, да. Смотри, мастер-класс. Давай, давай. Иди сюда, малышка. Одна тут, одна тут. Карина, тебе очень весело. Ну, мне кажется, прекрасно вообще. Макс идеально справился. Пожалуйста, сними нас уже нормально. Да, контрольный давай. Ты на портретку мы эту фоткали? Я не знаю. О, красивые вы такие. Особенно я в парике. Не, реально, это классно. Все было? Смотри. Карин, все, ну давай, пожалуйста, все, иди-ка, извиняюсь. Все, все, все нормально? Да. Нормально, точно? Да. Точно да. Нормально? Руку. Все нормально, конечно. Ребята, мы закончили челлендж, вы видели результаты. Скажите, пожалуйста, что у нас лучше всего получилось? Рахим и Дина или Бабич Покров? Не знаю, почему я так показываю. Спасибо большое, очень спасибо. Я же специально для этого все утро настраивал свою прическу. Не надо ничего там двигать, не люблю, когда волосы мои трогают. Так, если вам... Если вам понравился этот челлендж, скажите, пожалуйста, нам это в комментариях, и мы будем делать для вас новый видос. Да? Угу. Да? Кстати, ребятки, если вы заметили, у меня мерч от You Love Home, он, правда, весь в тоналке, не смотрите туда. А, вот, но если вы хотите такое же худи, то пишите в комментариях, хочу мерч от You Love Home, и мы будем об этом думать. Мы очень ждем ваши лайки, комментарии, подписывайтесь на наши инстаграмы, на наши тиктоки, на You Love Home, и ждите следующий, наверное, челлендж, если мы наберем много лайков здесь, да? Да, мы вас очень любим. Пока!